אשרי יושבי ביתך, עוד יחללוך סלע, אשריהם שקהלו, אשריהם שאדוני אלוהיו, אשרי יושבי ביתך, עוד יחללוך סלע, אשריהם שקהלו, אשריהם שאדוני אלוהיו. אשרי יושבי ביתך, עוד יחללוך סלע, אשריהם שקהלו, אשריהם שאדוני אלוהיו. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ולעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם. ביני ובין בני ישראל אותכי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברי עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. אז אנחנו נמשיך עם פרשת השבוע. אז מקס, בוא לפה. Будем продолжать сразу с недельной главы. Можете оставаться стоять. Энкамоха. Женя, возьмешь что? אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם בהם. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם בהם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו ושלום. אמן. ויבן סוהרון ויאמר משה, קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים בר.
שנתן תורה תורה ברוך שנתן תורה תורה לעמו ישראל בקדושתו שמע ישראל אדוני Можете садиться, будем лошевать. ילדים, קצת שקט עכשיו, אנחנו קוראים לשוב מתורה, ואני בכלל מבקש מכל ההורים להחזיק את הילדים, שבזמן הקריאה נהיה ביחד. Наша недельная глава, она называется Ваихи. Парашат Шавуа, шем шела Ваихи. Зе бецем парашат Шавуа, ахрона ле сефер Берешит. Везе, и это недельное чтение последнее в книге Бытие. Везе матхил ме Берешит, 47, ме пасук 27. Это Бытие, 47 глава. С 27 стиха начинается. Баруха Адонай Хамеворах. Баруха Адонай Мебурах Леолам Ваэд. Баруха Адонай Хамеворах Леолам Ваэд. Баруха Та Адонай Элохейну Мелех Хаолам Ашер Бахар Бану Микол Хамим Венатан Лану Эт Торато. Баруха Та Адонай Нутен Хатора Вехабесора. Амен. ויהי יעקב בארץ מצרים 17 שנה ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 ומאת שנה ויקרבו ימי ישראל למות ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירחי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תקברני במצרים ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורותם ויאמר אנוכי אעשה כדבריך ויאמר השיבוה לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המיטה ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל ויושב על המיטה ויאמר יעקב אל יוסף אל שד ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי
נראה אליי בלוס בארץ כנען ויברך אותי ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה והבשורה אמן תודה משה אני רוצה לקרוא אותם מילים ברוסית Мы прочитаем те же стихи на русском. И еще потом несколько стихов. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гешем, и владели они ей, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его 147. И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему... «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте. Дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в гробнице». Иосиф сказал, «Сделаю по слову твоему». И сказал Израиль, «Клянись мне», и клялся ему, и поклонился Израиль на возглавие постели. После того Иосифу сказали, «Вот отец твой болен». И он взял с собой двух сыновей своих, Менаше и Ефраима. Иакова возвестили и сказали, вот сын твой Иосиф идет к тебе. Израиль собрал силы свои и сел на постели и сказал Иаков Иосифу. Мы не читали эти стихи, я хочу, чтобы мы прочитали их еще. Бог всемогущий явился мне в Лузе, в земле Хананской. Зе пасук шалош веарба нироцеликро. Это третий, четвертый стихи. И благословил меня и сказал мне, вот я расположу тебя, размножу тебя, произведу от тебя множество народом и дам землю сию потомству твоему после тебя вечное владение. Ве ба иврит еш по мила меод 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 меанинет. Здесь на иврите есть очень особенное словосочетание. Ба пасук арба катув. В четвертом стихе написано. Ве йомар элай гинени Ми фареха ве рибеха ве натитеха лекахел амим ве натати эт эрец азот лезареха лекахел амим лекахал амим. И здесь написано, что я расположу тебя и дам тебе и как будто объединить народы. Здесь использовано слово «каль», то есть община, общество. Яков пашут мифареш, говорит, уамарли мимхани ясе кахаль амим. То есть Господь ему что-то обещает, и Яков понимает это таким образом, что Бог говорит ему, из тебя я сделаю так, что будет общество народов. А валькан бапсуким аэле Яков ромез аля браха шиу кибель базман шиу барах мейсав. И здесь это все намекает еще на то время, когда Яков убежал от Исава, от брата своего. Анахну зухрим акарат, эм зухрим у яюшен вирайта мадригот сулам. Вы помните это место, когда он лег спать, положил камень, и вот он видит сон, когда стоит лестница. Везе альзе катув бабришит 28. И об этом написано в Бытие 28 главе. Вешам катув элухим умер ле Яков. И там написано, что Бог говорит Иакову. Он альтира. Он говорит, не бойся. Ваумер, шлуша дварим. И он там обещает ему три вещи. Ваумер ло, они Элохей Авраам ва Ицхак. Первое он говорит, я Бог Авраама и Ицхака. Килу ата мамших эт хамурешет. То есть ты тот, который продолжает. Ведавар шини эт арец азот они нотен леха. Вторая вещь он говорит, вот эту вот землю я отдам тебе. Тагиду ли алейзе адама шам мидубар, Миша йоде? Скажите, о какой земле идет речь? אני חושב שזה על מנחטן מדובר. Наверное, על מנחטן говорит. או על הרי מוסקווה. Или про Москву. כמובן שלא. Конечно же нет. מדובר על ארץ ישראל, תכלס. Там говорится только о земле Израилевой. אני קשה לי להסביר את כל הקטע. Мне тяжело объяснить все вот это. אבל בירושה שמשפיעה על כל העולם. Но вот это вот наследие, которое влияет на весь мир. Эрец Исраэль давар хашув меод. Земля Израилева, она очень важна. Каха караше
הצלחתי והייתי בהרבה פעם מקומות בארץ. Так случилось, что я был в разных местах. ברוסיה, באוקראינה, בקזחסטן, בקוריאה, ביפן, בהולנד, בהרבה מקומות. Во многих-многих местах. יש מקומות הרבה יותר יפים, תאמינו לי, במראה עיניים, הרבה יותר יפים ומצליחים מישראל. Когда мы смотрим, то можно увидеть очень-очень много красивых мест, намного красивее, чем Израиль. Чем מצליחים הרבה יותר מישראל. И они более преуспевающие. הרבה יותר קל להיות. Там очень легко жить. וקנדה, והולנד, וגרמניה. И Канада, и Голландия, и Германия. ואפילו ברזיל. И даже Бразилия. אבל אני רוצה להגיד. Но я хочу сказать. לכל הברית ולכל העתיד של הכל, ארץ ישראל זה דבר הכי 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 חשוב. Но согласно завету, согласно будущему, которое будет, земля Израилева, это самое важное, что может быть. ואתם יכולים למצוא מיליון תירוצים, למה אנחנו צריכים לעזוב מפה. И каждый может найти много объяснений, почему стоит отсюда уехать. זה לא שווה כלום. Но все это ничего не стоит. כי אלוהים אמר לאבא שלנו את האדמה הזאת. Потому что Господь, Он пообещал Аврааму и сказал, вот эту землю я даю. И третий пункт, где, который мы читаем в 28 главе. Шам катув. Там написано. Базраэха идбарху кол хаамим баарец. В семени твоем благословятся все народы. Аль мими дубар. О ком здесь речь идет? Аль Иешуа, кому ван. Конечно же, Иешуа. Базраэха. Шауль ахар так мифарэш от Иехаха. Это Иешуа. Аз ине шлоша дварим. И вот эти три вещи. Ата мамших мурэшет, ата ахарэ Авраам ва Ицхак. То есть ты тот, который продолжает поколение после Авраама и Ицхака. Ве арец азот, агарец азот, арец азот. И вот земля, земля, за которую я даю тебе. Это второй пункт. Ве шлишит. בכל הקומבינציה הזאת יבוא משיח. И вот из всего этого потом придет Мессия. אבל בפרשת שבוע של היום. Но в недельной главе сегодня. אנחנו מוצאים עוד דבר שמסביר יעקב או ישראל בעצמו. Здесь мы находим что-то добавочное, что сам Иаков объясняет. וזה דבר נקודה רביעית. Это четвертый пункт. ואומר, אתה תקהל עמים. Он говорит, ты будешь объединять народы. Ты сделаешь одно большое общество. То есть то, что мы читаем потом в Новом Завете, уже здесь мы читаем же о том же самом. То есть тело Мессии. את מאמינים בכל העולם. Все верующие со всего мира. אבל זה מתחיל מישראל. Но все это начинается с Израиля. ואני כמה פעמים למדתי בקהילה הזאת. Я несколько раз учил об этом в общине. על קהילה אחרת, על בבל. Я говорил о другом обществе, о Вавилоне. אנחנו זוכרים נוצרה לפני המון אלפי שנה. Кигилат Бавель, что и антиэлогин. Много тысяч лет назад образовалось другое общество, Вавилон. Аваль ине, Яков умер ле Йосеф. Но здесь Яков, он говорит Иосифу. Элухим амар элай. Господь сказал мне. Мимха яво кигилат амим ахерет. Из тебя произойдет другое общество. Антивавилон. Антивавилонское. Анахну миламдим аль тикун улам. И вот мы здесь часто учим о тикун улам, исправлении мира. Зе тикун улам. Вот это и есть исправление мира. Анахну тикун улам. Каждый из нас, мы все вместе являемся исправлением мира. Шелухим лукеях отану. Когда Бог берет нас. Вемиштамеш. И использует нас. Велифамим анахну умри, ми они бихлал. Иногда мы задаемся такой вопрос, кто я вообще? Они поход мезвув. Я меньше мухи. Взаимет. И это правда. Ло царих литгаот. Нечем гордиться нам. Эйн бемали идгаот. Нам нечем гордиться. Анахну анашим рагилим им амон байот. Мы простые люди со множеством проблем. Аваль им анахну мистаклим аль автахот элухим. Но если мы смотрим на Божье обещание. Им анахну мистаклим аль Иешуа ха-Машия. Если мы смотрим на Иешуа, нашего Мессии. Ве аль крияли йот кан. И о призвании быть здесь, в этой элухим земле. Элухим микахель. То тогда Господь, Он объединяет народ и делает новое тело, новое творение. И именно это, оно побеждает и будет наследовать все.
אני חושב שאנחנו צריכים לתפוס את המשמעות הזה. Я надеюсь, что вы поняли, о чем я говорил. Давайте мы все встанем, уберем свитки. Моше, го. קבוצת הלל, בבקשה, תעלו לבמה. מקרן, בבקשה. לא, לא, לא. וזאת התורה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. אמן. מקס. בוא נמשיך להודות לאדוני. ונשיר שיר עץ חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר דרכי שלום השיר